Дорогой наш зритель, дорогие наши участники художественной самодеятельности, коллеги, жители Алмазного края, я поздравляю вас с наступившим новым 2021 годом и желаю в наступившем году, чтобы, несмотря на злые морозы, в вашем доме всегда было тепло, светло и уютно, чтобы ваша жизнь была волшебная, как посох Дед Мороза, и красивая, как снежинка, а любовь крепкая, как морозы в декабре. Я желаю вам удачи, здоровья, веры и надежды. А мы всегда рады видеть вас во Дворце культуры «Алмаз». С Новым годом!